утро, мои замечательные зрители, дамы, господа, мальчики, девочки, ребята, друзья. Мы всем рады. Сегодня у нас 23 декабря 2021 года. Раннее утро, вот у меня котенки всякие. Маленький котенок, большой. Значит, меня зовут Тимошенко Наталья. Буду продолжать читать свою сказку про дедушку Ау. Том 9, глаза 8. Семья Ау решила ненадолго сходить к себе домой. И Ау-22 тоже. Скоро ведь Новый год. А семья теперь огромная. Все нужно успеть подготовить сюрпризы и подарки. Дедушка не возражал. К вечеру все разошлись по домам. А дедушка Ау залез на чердак. «О, привет, Матрёша из рода Ау!» – сказали в библиотеке. «Будем отдыхать?» «Да, будем. Мне теперь совсем не скучно. Так много нового, теплого, радостного. Рад, что смог объединить так много волшебных существ. Семья увеличилась, много планов настроил. Это хорошо. А что ты собираешься дарить всем друзьям на Новый год? Что-то волшебное?» «Вы знаете, нет. Хочу что-то построить сам. У меня теперь очень много знаний, но у меня к вам просьба. Найдите у себя в памяти то, что можно смастерить самому без магии, своими руками». «Хорошо. Задание принято, скоро будет исполнено». И дедушка слез с чердака и пошел на кухню. Там он без магии поставил чайник и заварил себе новый теплый ароматный чай. За кошками светили звезды и падали маленькие снежинки. Они кружились и мягко ложились на землю. На душе дедушке Ау было спокойно и радостно. Он улыбался и потихоньку пил чай. Ах, как же хорошо жить! Нужно, наверное, поспать. Завтра новый день, он будет очень прекрасным и очень радостным. Ах, хорошо! Сладких снов! Наступило утро. Оно подошло к дедушке Ау. Лучиком солнышко. Дедушка Ау заулыбался и проснулся навстречу новому дню. Какая красота! Я жив, тепло, светло, хорошо. Так. Все равно зарядка. Зарядка. Дедушка Ау пошел делать зарядку. После зарядки и водных процедур пошел на кухню, где его ждал свежий завтрак из сиреневых печенюх и ароматного чая. Библиотеки постарались. Супер, здорово, прекрасно. Я молодец, и все молодцы. Перед дедушкой Ау раскрылась книга. Называлась она «Сделай сам». Что тут можно было сделать? И он нашел игрушку давних времен. Конечно, это же волчок и Лила. Волчок и Лилюла – это игрушка, вращающаяся вокруг своей оси, при этом сохраняющая опору, держащаяся в вертикальном положении. При уменьшении скорости вращения и угол наклона уменьшается, и в конце концов при полной остановке оно падает. Ну, все знают, что такое волчок, да? Или такой юла. Так еще в наше время ее еще так можно накатать, и ну, не важно, там еще пружина, наверное, стоит. Ну, не важно, я не знаю там строение, но короче. Прообразом волчка являлась пластина конусообразной формы из рога или кости. Такие игрушки археологи довольно часто встречают при раскопках стоянок первобытных людей. Подойдет для всех. И для деток, и для взрослых точно. Разукрашу по-разному и подарю всем-всем-всем. О, тут и примеры есть, и технологии изготовления. Ай, да у меня библиотеки молодцы. Сейчас подумаем, как можно придать форму. Сделать для совсем маленьких поменьше, а всем остальным побольше, чтобы поменьше, чтобы деткам было удобно и раскручивать. У деток же ручки маленькие. Взрослым побольше и себе, конечно, тоже сделаю. Так, что мне нужно? Мне нужно два трафарета. Один побольше, другой поменьше. Краски, дерево, из которого буду это делать. Да, без магии не обойтись. Ну, ладно, ну будет немножко чуть-чуть магии. Простроив план, дедушка взялся за дело. Сходил к зеленой полянке, попросил краски. Зеленую, розовую, синюю, желтую. Я их потом смешаю, если что. А, еще белую и красную. Зеленая полянка сообщила, что к обеду будут краски готовы. Позвонил Белогор, попросил приехать. Но дедушка начал его
научил его. Еще раз. Позвонил Белогор, попросил приехать. Но дедушка Аву научил его разговаривать при помощи мыслей и сказал, что он сейчас жутко занят. Попросил перезвонить ему завтра, а еще лучше послезавтра. И сказал, что он может мысленно пообщаться с любым волшебным существом. Ну извини меня, Белогор, сейчас ну не могу. Ну очень занят. Вот сделаю дело, тогда да. А то я сейчас отвлекусь, и весь процесс у меня не получится. Сосредоточенность на деле крайне важна. И сегодняшний день такой. Какой день? Спросил Белогор. Да самый лучший же день. У меня, как все мои дни, в которых я жив и здоров, и у меня много планов, которые нужно осуществить. Ладно. А Улюса умеет говорить мысленно? Да, позвони ей, а то я сильно занят. Хорошо, сказал Белогор. Дедушка Ау послал всем сообщение с пожеланием, с добрым утром и славным днем. И попросил его сегодня не беспокоить, он жутко занят. Говорит всем-всем-всем, готовит всем-всем-всем сюрпризы. Все согласились, и дедушка Ау окунулся в работу. Работа ладилась и приносила удовольствие. Ах, как же хорошо жить! Ах, как здорово, прекрасно! Какой я молодец, что объединил всех, и теперь можно делать что-то ради семьи. Белогор позвонил Люсе, она оказалась свободной, пригласила ее к себе в гости на обед. Приходи, я научу тебя открывать двери самостоятельно, ты сможешь путешествовать по мирам. Здорово, сказал Белогор, обязательно приду. Душка улетела в стаю, ее позвали на день рождения. Ростмак отправился на небо заказывать разноцветный снег. Драконы готовили всем подарки на Новый год. А чуни придумали воздушный шар, который легко взмывал в воздух. Залезли в него и поплыли по заснеженному лесу. Такое мини-путешествие, но со смыслом не просто покататься, а собрать информацию. Они же решили составить карту леса, ведь сверху все видно. Запаслись материалами, инструментами и полетели. Работа кипела, все были заняты и наслаждались. К Люсе в обед пришел Белогор, он принес много разных сушеных грибов и красивый букет из сушеных трав. «Ах, как приятно!» – сказала Люса. «Проходи!» Пообедав, Люса научила Белогора открывать двери, и они занялись практикой. Взялись за руки и начали открывать двери. Сначала попали к шуршулам, но те их даже не заметили, так как были увлечены новыми историями сундука с картами. Улюса оставила всем шуршулам большой торт, тут же его наколдовала и написала записку, что она рада посетить добрых шуршул, и это подарок для них. Торт не испортится, на нем стоит заклинание о сохранности на 24 дня. Сколько там они будут те сказки смотреть, никто же не знает. Немного посидели, посмотрели с ними сказку. Потом открыли дверь и очутились на берегу океана, где было лето. Решили здесь отдохнуть. Я не умею плавать, сказал Белогор. А я тебя научу, я умею. Хочешь? Хочу. И друзья пошли плавать. На берегу они встретили маленькую птичку, которая поведала, что сегодня последний теплый день и нужно обязательно поплавать. Это принесет много хороших событий. Даже если вы не умеете плавать, можно просто помочить ноги, и этот волшебной воде все исполнится. Так, стоп, подумала Улюса, что-то тут не так. Белогор остановился, Улюса провела рукой над птичкой и увидела, что никакого океана нет. Они стоят возле болота, а птичкой оказался пень. Уходим, мысленно сказала Улюса, и они открыли другую дверь. Оказались у Белогора дома. Ох, как хорошо, передохнете немного, ладно? Да, я согласен, заходи. Вы замечательные, прекрасные люди. Я очень счастлива, что вы меня смотрите. Приходите еще, будет продолжение. Славного вам дня, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Зовите друзей, пожалуйста.